В Уральске прошла ярмарка вакансий, организованная в преддверии Дня труда. Это мероприятие направлено на снижение уровня безработицы и всестороннюю поддержку молодежи. Подробности в материале наших корреспондентов. В Уральске количество зарегистрированных безработных составляет 5194 человека. На ярмарке вакансий 38 работодателей представили 317 рабочих мест. Свыше 150 человек пришли сюда в поисках работы. Сегодня ярмарка предлагает 317 вакансий в различных сферах. От водителей и трактористов до адвокатов. Ярмарку посещают и лица с инвалидностью, которые ищут работу. Посетители ярмарки оставили свои резюме, получили консультации и приглашение на собеседование. У нас минимальная зарплата, там начинается 130 тысяч тенге, я буду так говорить. Но у нас гарантированные жильем, жилищными выплатами, бесплатные медицинские служебные для военнослужащих и их семьи, страхование, медстрахование, пенсионные выплаты по достижению пенсионного возраста до 47 лет. Возможности карьерного роста и профессионального обучения. За текущий год было организовано 8 ярмарок вакансий. В ноябре планируется провести еще одну. Таким образом, надеются улучшить ситуацию с безработицей в городе. Зарина Шакешева, Азат Сарсикеев, Асылбек Абикенов, телеканал ТДК-42.